Темный ангел. Призрак ночи. Глава вторая. Спустя какое-то время я стала замечать, что мой спаситель, тот темный ангел, все время стал обитать около меня. Выходила ли я на учебу в институт, гулять или просто шла за покупками в магазин, всюду он следовал за мной, словно моя тень. Сначала мне было это непривычно, может, немного даже пугало, но потом всякая боязнь прошла. Пусть он наблюдал за мной, но ничего плохого не делал. И в конце концов я смирилась, что у меня появился такой сопровождающий. Пару раз я пыталась с ним заговорить, спросить, зачем он все-таки делает это, но безрезультатно. Он просто улетал сразу на крышу и сидел там, пока я находилась дома. Так продолжалось около недели, со времени нашего первого знакомства. И вот однажды я больше не стала терпеть и настроилась с ним поговорить, когда увидел, что он в очередной раз прилетел на крышу моего дома. «Аксесс, ты здесь?» Мне никто не ответил. «Аксесс!» — повторила я, услышав свист ветра позади себя. «Послушай, я хочу с тобой поговорить. Я не могу больше оставаться в неведении. Расскажи мне, что происходит?» «Тебя это не должно волновать», — ответил голос за моей спиной, и я обернулась. «Но меня это волнует. Еще как волнует!» Мы встретились глазами. Его взгляд был все такой же пугающий, одновременно невероятно грустный. «Аксесс, пожалуйста, что происходит? Почему ты везде следуешь за мной? Ты меня охраняешь или же наоборот собираешься похитить?» «Если бы я хотел причинить тебе вред, то давно уже сделал бы это». «Тогда почему? Мне угрожает опасность?» Но на сей раз Аксесс мне ничего не ответил и прилетел на вершину вентиляционной шахты, самую высокую точку крыши моего дома. «Тебе не следует волноваться об этом. Пока я здесь, тебе ничто не угрожает». «Аксесс, я тебя не слышу!» — крикнула я. «Спустись обратно, пожалуйста, что ты сказал?» И к моему большому удивлению он действительно послушался и спустился ко мне, но так ничего и не сказал. «Знаешь, я ведь не против, что ты везде находишься рядом со мной», — начала я, «но мне просто хотелось бы знать причину, да и вдруг тебя кто-то увидит». «Не увидит», а вдруг раздался его голос. «Что? Ну почему? Ты знаешь ли, не так уж и незаметно летаешь, а черная огромная фигура с крыльями мало смахивает на птицу, особенно для нашей местности». «Меня видишь только ты». «То есть? В каком это смысле?» – удивилась я. «В прямом. Таким, какой я есть на самом деле, меня видишь только ты. Другие люди не способны меня увидеть». «Что ты хочешь этим сказать?» Я замотала головой, показывая, что не верю его словам, и сделала шаг назад. Что он имел в виду? «Ты что, заколдовал меня?» «Что?» – переспросил он. «А как еще? Ты что-то сделал со мной? Почему только я тебя вижу?» Во мне заиграла паника. Я не знаю почему, но мне вдруг стало очень страшно за себя. Ведь так он мог сделать со мной все, что угодно. Я начала постепенно отстраняться от него, делая шаги назад. «Как я могу тебе доверять? Что ж я делаю-то?» «Да что ты говоришь-то такое? Я не опасен для тебя, и тем более не заколдовал тебя. Я такого не умею вовсе». «Неправда. Я видела, на что ты способен». «Да послушай же ты». Но я не хотела слушать его. Я ничего не понимала и до сих пор не знаю, почему так тогда поступила. Я боялась и ударилась в панику. Голос разума завладел мной. Надо было бежать, и я не слышала, что говорило мне сердце в тот момент. А зря. Я резко развернулась в противоположную от Аксесса сторону, и сильный поток зимнего жгучего ветра ударил мне прямо в лицо, так, что я закрыла глаза, продолжая делать шаги в сторону. Но вдруг я услышала резкий хруст у себя под ногами. Лед на крыше вот-вот должен был обвалиться под моим весом. Я не успела ступить и шагу, как почувствовал, что уже нахожусь в воздухе и падаю с крыши на землю вместе с лежащей на ней снегом и льдом. «Помогите!» Почему-то совсем негромко прозвучало у меня из груди, а мой взгляд успел поймать глаза Аксесса, с огромным ужасом смотрящие на мое падение. Прошло несколько секунд, а может и меньше, как в воздухе раздалось четко и громко мое имя. «Офелия!» Я закрыла от ужаса глаза и не поняла как, но в следующее мгновение я была уже крепко обхвачена руками моего темного ангела. Сердце билось как бешеное, но уже не от страха. Он снова спас меня, и на сей раз я уже не смогла сдержать чувств, крепко сжав кулаки на его одежде.
В его объятиях я вдруг почувствовал тепло и покой. Меня наполнили какие-то неземные чувства. Это так было необыкновенно и чудесно. Я перестала бояться. Как будто в его объятиях я нашла смысл жизни в тот момент. С тобой все в порядке? Моя речь запиналась. «Не пугай меня так больше», — звучал голос ангела, который меня только сильнее прижал к себе. «Аксесс?» «Да». «Ты впервые назвал меня по имени?» Я почувствовала, как он вздрогнул в этот момент. Я не поняла причины, но он сделал это явно не от того, что на улице стоял холод. «Да, назвал». В тот миг я как будто прозрела. Образ чего-то светлого вдруг всплыл в мыслях. «О чем ты?» «Это похоже на дежавю, будто это уже происходило со мной». Но как только я это сказала, Аксе сразу же опустил меня на землю. «Я что-то не то сказала?» «Нет, все в порядке». «Давай-ка ты пойдешь к себе домой уже. На сегодня довольны экстримы. И я пойду», — ответил он и тут же улетел куда-то высоко в небо. «Аксесс!» — успела только крикнуть я, но вряд ли он меня уже услышал. Где-то далеко в лесу, на опушке под одиноким деревом, некогда цветущей яблони, сидел темный ангел по имени Аксесс. Его фигуру уже достаточно занесло снегом, но он не спешил возвращаться в город. На глазах же его были едва заметны маленькие прозрачные капельки, отражавшие все, что творилось у него на сердце, больше любых слов. «Я не могу. Прости меня, Офелия, но я не могу позволить тебе что-либо вспомнить. Ты сказала дежавю? Неужели ты вспомнила меня?» «Да, Ов. Это было дежавю. Когда-то точно так же я тебя уже спасал. Когда-то очень давно». Слова темного ангела были еле различимы в вихрях приближающейся метели. Он что-то еще сказал тихо себе под нос, но это уже не дано было никому услышать.